В день города проспект Ленина и улица Карла Маркса на несколько часов сливаются в единый пешеходный и творческий бульвар. По нему прогулялся наш корреспондент Рифат Фаткулин. Проезжая часть проспекта Ленина и улицы Карла Маркса в день города по традиции стал центром притяжения чебоксарцев. И в юбилейный год творческий бульвар поражает своим масштабом. Сразу попадаем на необычный мастер-класс. Дети осваивают технику рисования 3D-ручкой. А на этой площадке можно окунуться в атмосферу старины. Показываем, скажем так, экспозицию времен 18-19 века, купечества. Вот это наша миниатюрная, скажем так, комнатка, где есть хлеб, где есть счеты, где есть амбарная книга, куда раньше записывались в старину все доходы и расходы. Они легко дадут фору современным авто, если не в скорости, то уже в элегантности и притягательности. На этой площадке машины-легенды. Познавательная экскурсия в прошлое отечественного автопрома весьма любопытна. Совсем рядом звучат зажигательные мотивы. Экспрессивные сальсы в исполнении кубинских артистов погрузило всех в атмосферу латиноамериканских страстей. Рядом со сценой мастер-класс по живописи. Завораживающий взгляд ландшафты, храмы и старинные дома появляются на бумаге, как по волшебству. Десятки юных горожан рисуют пейзажи кубинской деревни. А здесь развернулась гончарная мастерская. Это все керамика. Изделия ручной работы, которые сделаны из глины. Глина разная. Например, у нас представлена белая, красная и есть один экземпляр черной глины. Также у нее еще есть разные виды покрытия. Это вот молочение, это идет обжиг. Второй обжиг происходит с добавлением молока и сахара. Не каждый день родной город празднует юбилей. Чебоксарцы и гости республики откладывают дела на потом, а с собой берут хорошее настроение. Мы только пришли. Очень празднично. Так, мы начали вот с самого начала, там, где были гости из Пензы. В костюмах колоритные. Это, конечно, удивительно. Очень приятно, что к нам приезжают такие гости. Вот мы им покажем наш город, и как мы гордимся, и мы любим его. Творчеством занялись и юные журналисты национального телевидения Чувашии. Попробовать себя в роли оператора, корреспондента, ведущего – такая возможность бывает нечасто. Зрители увидели новые грани телевизионной работы. Мы сегодня брали с Сашей интервью у представителей Кубы. Она посчастливилась. Очень интересно было пообщаться. Нам рассказали, что Чебоксары на самом деле очень хорошо организовали праздник. Ну, честно говоря, было приятно, что вот нам доверяют и приезжают именно к нам. В этом году на творческом бульваре работало около 70 интерактивных точек. Однако многим горожанам не хватило и 4 часов, чтобы познакомиться со всеми из них. Рифат Фаткулин, Борис Андреев, Республика.